Ребятки, не расслабляемся, не расслабляемся и самое главное, не расходимся. Следующая карта, CS Condition Zero, погнали. Погнали, 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 погнали. Так, ну что у меня здесь? 9 чуваков убить. Троих с щитом. Троих с щитом. Ну, в принципе, понятно. Задача. Щитом, щитом, щитом. Так, сейчас надо вспомнить. Сейчас надо вспомнить оптимальный маршрут. И, по-моему, он является вот таким. Главное троих, да, загасить. Потом берем эмочку и разносим всех в пух и прах. Как-то так. Двоих уже нет. Блять, а кого вы там... Кого вы там херачили, а? Скажите мне, пожалуйста. Так, еще трое. Блин, как хочется калаш взять, но нельзя, нельзя. Пока нельзя. Пока никак нельзя. Так, где вы, сучары? 100% уже где-то сейчас ставят бомбу, ребят. Это опасно. Но они на А. Они 100% все на А пошли. Хотя, если он бомбу уронил... Тот чувак, которого, может быть, убили, то значит бомба on the ground, так сказать. Yeah, baby. Так. Сучки, а где они все, блядь? А, они пос... Ёперный балет. Нормально, нормально. Успею. It's all up to you, sir. Я пописку слышу, что я успею. Так, ну я одного загасил. И раунд затащили. Все нормально. Все very good. Так, еще двоих надо, ребят. Еще двоих надо вынести с пистолета. И все будет хорошо. Так, идем по проверенному маршруту. Идем по проверенному маршруту. Блять, да ладно, расслабься. Что-то здесь вообще нихера никого нет. Вот вы знаете, ребят, ачивка убить щитом равносильно ачивке убить с пистолета. Только в данном случае с любого. Да. Чисто тупо с любого, да, и все. Так что, в принципе, нормально. Наша служба и опасна, и трудна. Так, они, короче, все пошли на... Да-да-да, я уже понял. Я уже все понял. Я уже все понял, что они, короче, здесь. И сейчас надо... Сейчас надо быть очень-очень-очень-очень внимательным. Предельно-предельно внимательным. Вот они сейчас где-то тут засели, твари. Сука, где она? Все, всех вынесли. Не успела никого убить, к сожалению. Да расслабься ты, я уже, блядь, в процессе запарил. Кипишной пацан. Так, что-то мне, блядь, не получилось в этот раз никого вынести. Ну-ка, давайте еще раз. Я надеюсь, они все-таки в этот раз не на А, а на Б пойдут. Потому что я уже вот второй раз сюда спускаюсь. А они, твари, идут на А. Мне двоих вынести. Самое главное сейчас двоих вынести. И потом уже можно брать темочку и разносить. Нет. На А пошли. Или все-таки на Б. Или все-таки на Б. Сучки. Блять, ни одного не убил. Давай хоть одного, хотя бы одного. И все равно не убил. Блять. Ну, блять, вот эти двое, отдайте их мне, пожалуйста. Пожалуйста, отдайте их мне, блять. Есть, один готов. Так, последний остался.
вот он. Нет, все, его загасили. Еще один раунд с щитом, ребятки. Как бы я ни хотел. Еще один раунд с щитом. Продолжаем играть в Капитана Америку, ребятки. Продолжаем играть в Капитан. Наши все живы, кстати, обратите внимание. Нормально, нормально мы затащили раунд. Еще и задефьюзили бомбу. Обезвредили. Все хорошо, все нормально, да. Так, ну что, я надеюсь, что я за этот раунд все-таки первую ачивку выполню. Очень на это надеюсь. Так, все наши побежали сразу на А, да? Я один побежал на Б. А, не-не-не, вот они просто с другой стороны. Ну, окей. Блять. Ну, дайте мне одного, сука! Есть. Все. Мне дальше мне уже поебать. Я выучил, блядь. Да, выучил, сука. Выполнил ачивку. Так, все. Мне, короче, четверых загасить, и все будет нормально. Так, обновим броньку. Все, ребятки. Эмочка наша, все. Теперь осталось тупо загасить четверых чуваков. И карта будет затащена. И будет все хорошо. Так, чекаем. Пока никого не вижу. Все сразу на А ринулись, блядь. Все сразу ринулись на А. Ну, понятное дело. Ну, пойдемте на А. Раз такая херня. О-о-о, уже сразу и заложили. Понятно. Так, ну что, это мой самый ответственный момент. Если я сейчас четверых загашу за этот раунд, то все. То все хорошо, карта затащена. Сейчас мы проверим. Ах ты, сучонок ты, блять, а чё ж я так лоханулся, а? Жестко, конечно. Они даже могут выиграть, ребят. Если честно. Давайте сейчас тупо помолчим и понаблюдаем. Хера тут наблюдать, пизда рулю, извините за выражение. Наши вообще ничего не смогли сделать. Террористы все сдохли, но бомба взорвалась. 4-1. Я могу себе, ребят, позволить еще один раунд проиграть, но не больше. Ну, естественно, я этого не собираюсь делать. То есть, даже при учете того, что я могу это сделать, я этого делать не хочу. И буду пытаться делать все для того, чтобы затащить. И этот раунд в том числе. Но мне надо четверых убить. Блять, эти придурки все идут сюда, и я не успеваю. Сука, я не успеваю. Камон. Так, один остался, все. Двое ушли, один остался. Так, чуваки, он мой. Он мой, пошли вы нахер все. Нет, все-таки тварь. Так, change team, message. Negative, on my way. А ну-ка, давайте сейчас дадим команду. Так, я им сказал, типа, негатив, то бишь отступаем, да? Я так понимаю. Или чё? Ладно, похер. Моя задача тупо одного загасить. Тупо один блядский террорист. Один, сука, блядский террорист. И всё. Вот, допустим, он. Всё, ребят. Карта затащена, я сейчас могу тупо откинуться в кресло, закурить сигару и нихера не делать. Пусть меня убивают, блядь, взрывают бомбу, сука, что угодно делать. Карту я, естественно, уже затащил. Ну, ради интереса я еще пару чуваков убью, ну, хотя бы одного. И, собственно говоря, все, мы идем дальше, карта затащена.